Вот. Ну, стены-то не такие, дома уже построены. А как же это вы физикой вдруг это? Вы физикой вдруг? Вдруг верующий? Да. Ну да. А противоречий нет. Физика – это наука о природе. А здесь о духовном, духовные законы. Между ними нет противоречий. Если человек ищет истину, знаете, он не увидит противоречий. Наоборот, сейчас при изучении природы окружающей Земли подтверждается библейское повествование. Просто нам этого не показывают, этих данных. Что был потоп, это известный факт, что люди были гигантского роста, 3-4 метра, а то и выше. Это в Библии об этом говорится. А нам, видите, в советское время наоборот все говорили, лгали, и мы к этому привыкли. Я тоже в советской школе учился. Икону привозили сюда. Ну, это я не знаю.